Промоутерской компании Fight Night Global после Суперкубка России по ММА, видимо, так понравился наш город, что они снова привезли во Владивосток вечер профессиональных боев. В этот раз в Фетисов-арене пройдет уже 63-й международный турнир по смешанным боевым единоборствам. Как отметили организаторы, теперь приморская столица будет видеть схватки ММА и еще чаще. Это удивительное место, которое славится гостеприимством, добрыми людьми, красивыми девушками, морепродуктами и так далее. Думаю, что мы будем это делать не раз и, надеюсь, даже не два в год. Приморье жаждет хороших ивентов. Надо сказать, что вся страна смотрит этот турнир. Всего в восьмиугольнике встретятся 9 самых разнообразных пар. Все это титулованные бойцы из России, Греции, Бразилии и Казахстана. Центральным зрелищем станут два поединка – за титул чемпиона и бой-реванш. Борьбу за пояс будут вести Куат Хамитов из Казахстана и владивостокский спортсмен Магомед Сайгит Алибеков. Приморец настроился радикально и уже предположил, что Куат не сможет показать себя в России так, как на своей родине. Казахский же боец в преддверии вечера оказался более позитивным. Многие сейчас обидятся, и Камикаджи может обидеться на меня, что Владивосток теперь самый любимый город для меня. Лучше даже, чем Москва. Потому что я был в Москве, погулял немного. Но я вам скажу, что Владивосток круче. Куату пожелаю завтра восстановления хорошего и подойти ответственно к бою. Потому что завтра будет у нас война. 5-5, 10-5. Без разницы, я готов полностью. Поезд останется в Владивостоке. Обещаю. Спасибо всем. Другим долгожданным боем вечера станет матч-реванш между топовым российским бойцом Владимиром Минеевым и известным бразильцем Майкелем Фалькао. Иностранец в прошлый раз во Владивостоке нанес Минееву первое поражение в его карьере. А вот в остальных 7 поединках встретятся другие разноплановые бойцы, большинство из которых будут защищать честь нашего города. ММА, который руковожу непосредственно я, вид спорта любительский, но все мы понимаем, что любители достигают определенного уровня, потом хотят делать свою профессиональную карьеру. И на данном этапе вот хорошо, что есть такая компания, где они могут себя реализовывать, показывать на высшем уровне и, как говорится, двигаться дальше. Вечер боев Fight Night Global пройдет 21 апреля в Фетисов-арене. Первые поединки начнутся в 19:00. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на 8.